Реконструкция Старт шоссе. Колеса от Бирбайка. Клиент заказал новые колеса. На одном колесе почему-то не было спицы. И как будто втулка передняя бэушная. Это прям с завода новые колеса. С магазина. В общем, чуть-чуть поправили втулочку. Все равно крутится не идеально. Протянули спицы, все настроили. Поставили резину 23-ю. Раму правил другой мастер. К сожалению, тоже все равно не идеально он поправил. Каретка тоже фигово там перебрали. Все там хрустит, но повторно клиент решил не перебирать у нас. Задний тормоз настроили, но он немножко кривоватенький. Передний тормоз вообще идеально встал. Смотрится, конечно, эффектно. То есть не знать всех проблемок у него со стороны. Прям вообще красота. Еще бы очистить вынос. Все бы его так вот отполировать. Ну, смотрите, да, смотрите, с 2 метров прям вообще огонь. Пушка-гонка. Офигенный старт-шоссе в такой хорошей геометрии. А вблизи, конечно, есть небольшие нюансы, недостатки и так далее. Посмотрим, как, может быть, что-то еще на нем доделаем, но пока вообще огонь.